Ребята, а перед вами Toyota GT86 полностью в японском обвесе. И на этом спортивном автомобиле мы устанавливаем систему с управляемым выхлопом, для того, чтобы можно было включить и выключить громкий режим. И в процессе работ мы столкнулись с несколькими проблемами, которые нам необходимо решить. Первое. Здесь стоит огромный сабвуфер. Сюда нужно еще погрузить блок управления, который идет в багажный отсек, который отвечает за вакуум и нагнетание вакуума в заслонку. Второе. Это очень короткая задняя часть автомобиля. Сюда практически ничего не умещается. А уже сделать управляемый выхлоп представляется очень сложной работой, требующей грамотных инженерных решений. Мне за эту разработку такую премию дадут. О-о-о. И, конечно, для того, чтобы не сильно ударять по кошельку, по бюджету владельца, мы нашли решение на одной банке двухрежимной с одной заслонкой. При этом все будет дымить равномерно, ровно из всех четырех труб. На этой Toyota мы не меняем насадки, потому что они и так уже тюнингованные, красивые, смотрятся очень органично. Очень-очень affordable. Ну что же, ребята, давайте послушаем, как у нас получилось. Пишите в комментариях, ставьте лайки, поддержите нашу компанию, мы стараемся для вас.